Под консульством собралось до сотни человек. Харьковчане объявили бессрочную акцию поддержки Надежды Савченко. Начиная с 6 марта активисты каждый день приходят сюда, вешают плакаты и передают петиции русским дипломатам. Сегодня акция прошла по инициативе однопартийцев Савченко, которые считают ее дело полностью сфабрикованным, а удерживание ее в российской тюрьме – беззаконием. Дело о ее захвате, выкрадении и инициирование судебного процесса на сегодняшний день всего лишь фикция. Мы прекрасно понимаем, что Путин и правительство России преследуют единственную цель – запугать народ Украины, продемонстрировав силовой момент в данном вопросе. Независимо от вироку, она уже перемогла, бо за неї зараз стоїть весь цивілізований світ. Ми знаємо і про дзвінок і Обами, і Дональда Туска. Я вважаю, що так, як зробила вона, не зробила жодна людина у світі, аби привернути увагу до України, до нашей борьбы. Безопасность во время митинга обеспечивали бойцы Нацгвардии и полицейские. Они оцепили здание консульства двойным кордоном. Передвижение транспорта также было невозможным. Движение перекрыли. Акция завершилась без провокаций. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».